получается. Значит, еще разочек хочу показать вам эту прекрасных этих птиц. Вот я еще раз повторюсь. Моя девичья фамилия Лебедева. Да. И птицы, которые здесь плавают, эти прекрасные величественные птицы, это практически наша родня. Получается, да? Вот. Они немножечко даже бывают агрессивные, конечно. Но в меру своей воспитанности. Боже мой. Смотрите, вот. Это молодой лебедь. Вот. Прямо подплыл так близко. Раз он еще не оперился в белое перо, значит, он еще молод. Недавно, как говорится, вот такой огромный, но недавно рожденный. Ну что же ты повернулся ко мне спиной? Ну ладно, ладно, как знаешь. А вот этот поднимает крылышки, он позирует, наверное, да? Ты позируешь? А, ты сластенка. Ну вы знаете, что вы хорошие пташки. Такие птицы, да, видите, вот голос какой он подает. Чувствуете? Такой басистый голос. Это что, предупреждение какое-то или что? Или такое нежное похрюкивание? А? Потому что вы же понимаете, что они ждут от нас кормёжки. Это для них сласть. Покушать много. Они же огромного веса, огромного размера, огромных. И представьте, сколько им надо покушать, чтобы быть сытыми. Вот, хочу показать вам. Ага. Прекрасно. Вы прекрасные лебедушки. Да-да-да. Чистят крылышки эти лебедушки. Угу. А вот там еще один серенький молодничок проплывает. Проплывает молодничок. Вот покажу вам поближе. Представьте, чайки крик подняли. Ага. Вот так. Угу. Молодых много, молодых много. Кто еще покажет свои крылышки, а? Кто покажет? Вот уточка, селезень. Он тоже приукрашен перьями. А вот клюв у него такой желтенький. Но. Для чего? Да для того, чтобы заманивать свою уточку. Чтобы понравиться ей. Угу, угу. Ну, немножко против солнца, но смотри, какие волны поднимают, да? Пошли, пошли, пошли куда-то. А, там их кормят, вот там их кормят. Вот, смотрите. Угу. Там их кормят, поэтому волна пошла. Все рванули на кормёжку. Все рванули на кормёжку. Угу. Вот, пожалуйста, все выходят гордо, потому что каждому хочется кусок добыть хлеба. Угу. Да-да-да-да-да. Чувствуете? Чувствуете? Что здесь? Кто здесь прохаживается? Вот. Голубь тут тоже промышляет. Вот кто здесь оставляет следов. Массу следов. Потому что они выходят на берег, ничего не боясь. Они знают, что сюда их пришли кормить. Угу. Вот. Сразу же идет съемка.
Ну готова? Да. Мама встала. Вот это вот. Подожди. Только не бойся. Ты как бабка была бы готова. Ну сфотографировала. А кто это у нас? Чайка так плывет, одна и вторая. Попались вы, друзья, в кадр. Вот это да. Ну, огромные лебеди. Просто даже не помещаются в экран. Сейчас мы их немножечко подальше. Да-да-да-да-да. Но у меня нету хлебушка, дорогушечки. Обратите внимание на мужчину. Да-да-да. И не зевайте, не зевайте. А то останетесь голодными. О, какой голос подает. Слышите? Вот то-то-то-то. Подеретесь, что ли? Не надо драться. Давайте жить дружно. Угу. Вот, 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 вот. Целая орава. Целая орава. Туда, сюда. Летают. Обратите внимание, молодняк и взрослые. Все рядышком. Молодничок, конечно, больше всего хочет покушать. Вот. И ожидает. Мирно ожидает. Чайки на воде. Чайки пока что на воде. Но они такие в переполох могут устроить. Вот та-та-та. Ну давайте, гоняйте уже волну, гоняйте. Это же ваша стихия. Вода. Да-да-да. А. Да. Ага. Вот это крик. Ну, давайте послушаем. Вороны с той стороны, со стороны деревьев. А здесь над водой чайки. Все звуки нашей земли. Белорусской. Собрались здесь, в Белорусочке. В санатории Белорусочка. Вот уточка вышла. Видите? Это уточки эти. Гуляют себе свободно по всей территории. Они просто по всей территории, особенно самая дорога для них знакомая, это дорога в столовую. Они пешком переходят большую территорию нашего санатория. Ну вот, останавливаются возле столовой и ждут, когда им принесут хлеб. Когда обед заканчивается, ужин или завтрак, на ужин они, наверное, не выходят. Выходят только очень утром, любят покушать. Очень любят утром покушать. Всегда уже целыми стаями останавливаются на газонах и поджидают. Вот так. Вот он красавец такой. Вот. Все они здесь проживают, прекрасненько кормятся. Угу. Вот так. Посмотрим на них славных. Мы посмотрим на них славных. Вот такие, да. Просто великолепие какое-то. Ой, ну кто у нас перекатывается? И вот так. И красиво. И водички хлебнул. Закушал хлебушек. Да. Вот. Давай. Маленькие лебеди, они еще не так горделиво держат голову, да? А большие – это просто... А, вот так. Мама, наверное, подгоняет сынка, чтобы он немножечко знал место и знал, где ему положено проплывать, либо где питаться. Вот так, так, так. Да, крылышки. Ай, красивые крылышки у нас. Показались. А теперь мы помоем зобик. Да.
зобик. Вот так. И крылышки все помоем красиво. Угу. Ну все. Вот они прямо на песке стоят. Голуби шастают. Ворона прилетела даже. А, и ты хочешь, чтобы тебя сняли, да? Засняли. Ну так а что? Ничего не каркаешь нам, да? Ну не надо нам каркать. А то мало ли что накаркаешь. Ну. Вот такая взъерошенная. Хлеб прозевала. Все. Полетела. В места, где... Ой, какое небо! Посмотрите, какое небо! Березки у нас еще, у нас деревья еще не распустили листики свои, потому что еще идет только март. Только март. Ой-ой-ой-ой! Пошла волна, пошла! Ну, представьте, какая волна огромная просто от них! Как моторная лодка. Рванулись. Ну вот и все. Наверное, будем заканчивать уже. Вот это все эти картинки показывать вам немножко жизни лебединой. Птичьих стай. Ага. Ну что, все, у них уже пошла. Пошли они чистить уже свои крылышки, подчищать. Банный день начался. Да-да-да. Да. Ой, как он белый. Я такой белый должен быть. Да-да-да. Вот так себя почесать. Всюду-всюду. Распушиться. Я должен распушиться. Угу. Вот это да, даже до хвостика достал. Ой, даже так головой можешь. Ну-ну-ну-ну-ну. Даже... вытянул голову ниже, чем его хвостик. Да-да-да, вот так. Угу. То ли ты прячешь от меня свою моську, то ли ты так усердно уже решил помыться. Так, чайка. О, это я. Ну все, мои дорогие. Мои вы дорогие. Усердничает. Не могу никак отойти. Потому что то один делает картину, то второй. Ну все, все-таки заканчиваю. Пускай дальше моется. Вот, отдыхаю, пускай.